Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников. Я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про материаловедение. Сегодняшняя тема – прочность металла. Под прочность металла понимают его свойство сопротивляться разрушению внешних сил. И вот, собственно, я привожу пример на данном изображении, как это происходит. То есть это специальная машина, разрывная машина, которая смотрит металл и сплавы, проверяет их прочность. То есть это может быть сталь, чугун, медь, там золото, алюминий, так далее, а также их, собственно, сплавы. Что такое сплавы, я буду рассказывать в будущем. Вот, а сегодня мы просто познакомимся с терминами, которые будут пригождаться нам в будущем. Это очень важно, хотя и мелочь. Итак, пластичность. Что такое пластичность? Пластичность называют способность металла не разрушаться, меняя форму под действием нагрузки, и сохранять ее после снятия этой нагрузки. Деформация протекает с меньшей нагрузкой при нагревании. То есть деформация – это, понятно, разрушение объекта, а под действием тепла все то же самое происходит, но как-то более так пластично, как-то плавнее. Далее. Разные материалы имеют разную пластичность. Да, это так. Например, алюминий, у него маленькая пластичность, а у меди большая. В цифрах я не помню сколько, да, но и мало кому интересно. Потому что, как правило, алюминий используется, но очень редко. А вот медь – это такой материал, который встречается, очень часто встречается. И в электротехнике довольно-таки часто. Далее у нас идет термин «пластическая деформация». Это деформация после снятия нагрузки. То есть мы, как сказать, перестали растягивать заготовку или что-то с ней сделать. Вот, и она остается в том виде, которым она была в последний момент, когда мы ее растянули, наоборот, согнули. Вот. Этот процесс протекает, скажем так, плавно. Не вот прям резко, а как медленно. Отсюда такое понятие, как пластичность. Следующий у нас идет ударная вязкость. Это противоположность хрупкости. Далее, усталость металла. Это явление разрушения металла под действием многократных нагрузки. Вот, тема, конечно, была очень короткая и составляла вообще из терминов. Но, на мой взгляд, это очень важно, потому что это вроде как мелочь, но почему-то вот многие ошибаются на таких простейших вопросах, на таких простейших терминах и так далее. Я считаю, что самый такой простейший, да, такие как термины, надо все-таки знать, по крайней мере, пытаться. Ну, на этом все, что я хотел сегодня рассказать. Поэтому всем спасибо. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, если есть у кого какие-то вопросы, с удовольствием их прочту. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А также добавляйтесь в различные соцсети, лично я этому буду очень рад. Ну а на этом все, всем спасибо и до новых встреч.